Начнем с главного. Директору агентства недвижимости «Единое» предъявлено обвинение в мошенничестве. Директор Наталья Жилкина заключена под стражу. Напомним, в отношении ангарского предпринимателя было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. От действий риэлтора пострадали десятки ангарчан. Свои деньги перед сделками они оставляли на ответ хранения. После этого процесс покупки и продажи недвижимости всячески затягивался, а наличность клиентам не возвращалась. Необходимо отметить, что серьезное подспорье выяснением всех обстоятельств послужили также средства массовой информации. После того, как в марте пресс-службой Главного управления МВД была дана информация о поиске возможных потерпевших, в полицию обратились клиенты этого агентства недвижимости, что позволило установить определенную системность, эпизодичность совершения подобного рода преступлений. Самым интересным моментом является то, что подозреваемая, будучи под следствием, продолжала совершать противоправные действия. Этот факт был зафиксирован. Сейчас материалы эти приобщены к уголовному делу. Сегодня подозреваемой предъявлено обвинение в совершении ей мошеннических действий. И следственные органы выступили с ходатайством перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В суд направлено ходатайство об избрании Натальи Жилкиной меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.